Всем привет! Наконец-то пришла весна, а там и до лета совсем немного. И такое занятие, как прогулка на природе, шашлычки, либо отдых с палатками на несколько дней, будет для многих частым развлечением. И чтобы вам было на природе комфортно, я подготовил для вас целых 30 товаров для кемпинга, туризма и даже выживания на природе. Мало ли куда вас занесет. Кстати, в конце видео вас ожидает конкурс. Приятного просмотра! Первым устройством у нас будет магний для растопки. Весьма своеобразная и недорогая вещь, которая в каких-то ситуациях может пригодиться в быту. Применение простое. Ножом надо соскрести мелкую стружку, туда же добавить еще какой-то мелкой сухой стружки, идеально мох или береста. Все это на какой-то подложке, например из той же бересты, кладем в растопку. Остается только поджечь. Огонь будет яркий, с большим выделением тепла. Костер должен загореться быстро. В детстве, помнится, мы экспериментировали с алюминиевым порошком, ржавчиной и серой от спичек. А вы тоже так экспериментировали? Портативный фильтр для воды. Если не ошибаюсь, то изобретатель LifeStraw. Первоначальной оригинальной версии этого устройства даже получил какую-то крупную премию за этот фильтр, который потом начали отгружать в испытывающие проблемы с питьевой водой регионы третьего мира. Устройство, которое продается на Али, наверняка имеет значительно более простой фильтр, типа самого простого, из песка, ваты и активированного угля. Понятное дело, никакой очистки от бактерий простейших тут ждать не стоит, и по-хорошему воду надо еще и кипятить. Но в каких-то ситуациях этот переносной фильтр способен значительно упростить жизнь. Разумеется, я так понимаю, не стоит рассчитывать и на заявленные 1500 литров, но все же штука полезная. Липкий бинт. Копеечный и исключительно популярный товар. Фактически это известный многим спортсменам Kinesio Tape. С учетом тематики этой подборки его можно использовать как обычный бинт, который не надо завязывать и которым самостоятельно можно стянуть какую-то рану. И в походных условиях он чрезвычайно нужен. Вилка, ложка, нож. Многофункциональный столовый прибор, который заменит и вилку, и ложку, и нож соответственно. И открывашку еще, и рыболовную острогу. А чехол заодно работает как свисток. Изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали. Ручка выполнена из прочного пластика в 4 цветовых вариантах. С помощью паракорда превращается в острогу или копье. Ручка, защищающая нож, также является свистком. Этот инструмент легко моется и не боится ржавчины. Нестандартный спальный мешок. Улучшенная версия широкоизвестного фольгированного одеяла в виде спального мешка. Судя по комментариям, сложить его обратно в такой же компактный вид будет проблематично. Но, опять-таки, судя по комментариям, этот товар свою цену отрабатывает, и покупка упомянутого выше одеяла в качестве НЗ имеет смысл. Можно использовать и как спальник, и как палатку, и как навес, и как прослойку между собой и землей. Так что вещь очень занятная и интересная. Ультракомпактный спальный мешок. Довольно занятная вещь, особенностью которой является исключительная компактность в сложенном виде. В одном из отзывов пишут, что два таких мешка заняли место меньше, чем один старый. Понятное дело, что такие габариты делают этот спальник сугубо летним вариантом. Но если вы выбрались в лес, как раз в промежуток середины весны, посередину осени, то такой спальный мешок будет вполне рабочим вариантом и займет значительно меньше места, чем более теплый. Есть также двухместный вариант. Ну и я думаю, летом тоже пригодится 100%. Ночи летом бывают холодные. Титановая зубочистка. Как по мне, откровенно бесполезная штука. Если вы в лесу, то можно и веткой воспользоваться. А если дома, то наверняка есть обычные зубочистки. 1000 с лишним заказов меня откровенно удивляют. Вероятно, покупали просто в качестве забавного недорогого подарка. Как-никак, хоть и зубочистка, но титановая. Ну, может быть, что вторым вариантом было расчетное использование в качестве сверхкомпактного шила, кто его-то знает. Колокольчик для отпугивания животных. Опытные туристы знают, что даже хищные звери обычно избегают встречи с человеком и предпочитают незаметно убежать. Этот небольшой колокольчик надевается на руку и оповещает своим звоном о вашем приближении, помогая избежать неожиданностей в лесу. Фонарик для пауэрбанка. Какой же адепт выживания обойдется без фонарика? Необычный экземпляр фонаря может сэкономить место и уменьшить общий носимый вес, если есть пауэрбанк. Просто вставляем девайс в порт пауэрбанка, превращая его в фонарик с большой батареей. На корпусе девайса есть кнопка включения.
Карточка-набор повседневных инструментов 10 в одном. Неплохой вариант мультитула, выполненный в виде кредитки, который можно бросить в кошелек или сумку. Скопировано, кстати, со швейцарского Victorinox. В пластиковом кейсе размером 85 на 55 мм разместилось целых 10 полезнях. Ножницы, ножичек, микроотвертка, лупа, фонарик, зубочистка, иголка и еще несколько полезных инструментов. Микрозажигалка. Естественно, невозможно обойтись в походе без зажигалки, причем желательно, чтобы она не занимала много места и была защищена от неблагоприятных погодных условий и попадания влаги. Есть вот такой вариант, совсем компактный. Вариант зажигалки высотой 2,6 см и диаметром 1,3 см. Выполнена она из металла, топливом является керосин. Корпус состоит из двух скручивающихся между собой частей с резиновой прокладкой, предотвращающей попадание воды. Сверху есть кольцо для подвешивания. Складная газовая горелка. Ну, кроме шуток, действительно полезная штука в походе или на кемпинге, чтобы разогреть пищу или воду. Подключается к одноразовому газовому баллончику, который продается в хозтоварах или строительных магазинах. Полностью горелка складная. В комплекте идет гибкий шланг и пластиковый кейс. Я лично выбирался много раз на походы, и у меня есть подобная газовая горелка. Штука 100% нужная. Полиуретановый коврик – это легкий и компактный трехсезонный каремат. Идеально подойдет для туристов, которым важно качество за разумные деньги. Он просто складывается и занимает мало места в сложенном виде. К слою мягкой полиэтиленовой пены добавлено алюминиевое покрытие для лучшей теплоизоляции. Прекрасно сохраняет тепло и не впитывает влагу. Благодаря закрыто-ячеистому пеноматериалу не требует особого ухода или особой осторожности в обращении, а также не теряет свои теплоизоляционные свойства в случае прокола. Рельефная поверхность создает максимальный эффект, и за счет этого усталость проходит быстрее. Для удобного хранения в комплекте есть чехол. Гермомешок защитит ваше снаряжение от влаги и сырости. При возникновении чрезвычайной ситуации на воде может быть использован в качестве плавучего средства. Предназначен в первую очередь для хранения мелких вещей и ваших гаджетов, фотоаппаратов, мобильных телефонов, документов и тому подобных важных вещей при водных видах спорта, сплавах или горных восхождениях. Ему не страшен ни дождь, ни снег, ни повышенная влажность. Он абсолютно водонепроницаем и надежно закрывается. Это надежная защита ваших ценных вещей в походах, на охоте, рыбалке или при сплавах. По ссылке в описании есть рюкзаки разного литража, от 2 литров до 70. Удобная поясная сумка. Предназначена для ношения на талии. Фиксируется при помощи регулируемого ремня сзади. Прочный нейлон, из которого сшита сумка, и двойное дно обеспечивают долгий срок службы. Надевать ее можно и в дождливую погоду, благодаря водоотталкивающему материалу. Сумка имеет 6 карманов, 2 на змейке по бокам и 1 на внутренней стороне для важных документов или дисконтных карт, 1 сетчатый карман на эластичном шнурке и 2 разных отделения под смартфон и бутылку. Карманы расположены равномерно по всей длине передней части пояса. Данная модель прекрасно подойдет для занятий бегом, быстрой ходьбы или другим видом спорта. Она очень удобная и практичная, дно прошито, материал качественный и водонепроницаемый. И начнем мы со складного походного стула. Его легко унести даже в руках, отправляясь на рыбалку, на пляж, на пикник или на дачу. Несмотря на небольшой вес и размер, стул выдерживает достаточно большую нагрузку. Весит стул всего 283 грамма, сделан из алюминия и комплектуется мешочком для переноски. Главная фишка такой табуретки – это ее простая сборка и разборка, всего в несколько движений. Притом стул занимает мало места, и он займет совсем минимум места в вашем рюкзаке. Походный надежный мультитул содержит пружинные плоскогубцы и очень большие ножницы, которые, как правило, не входят в комплект других мультитулов. Еще есть разбиватель стекла из сплава вольфрама, обычные щипцы, резаки для проволоки, линейка, крестовая отвертка, крючок, ножницы для веревки, открывалка для банок, пила, плоская отвертка, открывалка для вина и открывалка для бутылок. Вот какой комментарий я нашел от людей, купивших этот мультитул. Компактный, в руке лежит отлично, тяжеловатый, почти полкило, но тут реально качественный металл, нож спокойно жестяные банки режет поперек, хорошая штука, понравилась. Ну и как подарок настоящему охотнику, рыболову, гламурному лесорубу или прорабу, самое оно, как я считаю.
В общем, я лично думаю, что штука действительно хорошая и очень много кому пригодится. Фляга для жидкого топлива с безопасной крышкой предназначена для транспортировки и подачи жидкого газа к горелке во время приготовления пищи в походных условиях. Резьба совместима с большинством горелок от разных производителей, имеет внутреннее антистатическое покрытие, подходит для любого вида жидкого газа. Благодаря бесшовному корпусу из алюминия такая фляга очень прочная и долговечная, при этом она обладает минимальным весом. Предназначена она для многоразового использования. Есть объем на 530 мл, 750 и на 1 литр. Используя флягу большого объема, вы будете реже дозаправлять бензиновую горелку и меньше контактировать с сильно пахнущим топливом. Она очень простая и долговечная, пригодится вам в несколькодневном походе или же отдыхом с большой компанией или семьей на природе. Очень легкий карабин, сделан из алюминиевого сплава. Он прочный, не деформируется, прослужит вам долгое время. Аксессуар предназначен для крепления различных предметов. Вы можете прикрепить к нему ключи и использовать как брелок, а можете закрепить на джинсах или рюкзаке. Он легкий и компактный, длина его составляет всего 8 см. Этот карабин D-типа – это яркий аксессуар, который можно функционально использовать. Особенность этого аксессуара в том, что он оборудован муфтой для предотвращения случайного открытия. Если вы цените практичность и пытаетесь следовать модным трендам, то такая сумка на пояс – это именно то, что вам нужно. Компактная, стильная поясная сумка-кошелек прекрасно подойдет для путешествий. Она имеет небольшие размеры, однако в нее помещаются все необходимые предметы, такие как телефон, деньги, карточки, билеты и другие ценности. Она плотно крепится на поясе, а значит, ваши вещи будут в безопасности. Сумка пошита из качественного прочного материала. В ней есть два кармана с застежкой на молнии. Вместительность данной модели позволит пользователю взять с собой только самые необходимые вещи. Компактность и удобство – именно эти черты делают представленный товар таким практичным для использования. Под объемной одеждой такая сумка будет вообще незаметна, а следовательно, ваши вещи будут в безопасности. Сделана она из качественного прочного материала. Сверхлегкий компактный рюкзак объемом 22 литра. Он подойдет как для походов выходного дня, пешеходных прогулок новыми местами, так и для повседневного использования. Этот рюкзак изготовлен с применением качественной фурнитуры из надежного и долговечного материала, разработанного по технологии RipStop. И в случае появления небольших зацепок и надрывов, такая ткань не будет расползаться дальше. Материал рюкзака имеет водонепроницаемые свойства. Все это позволяет обеспечивать долгий срок использования рюкзака при самых разнообразных случаях. В случае необходимости рюкзак можно сложить в собственный карман, и в сложенном виде он занимает мало места, поэтому будет удобен в переноске и хранении. Послужит вам незаменимым компаньоном в путешествиях и повседневной жизни. Особенности этого рюкзака в том, что у него есть два сетчатых кармана по бокам, фронтальный карман на застежке молнии, регулировка плечевых лямок по вертикали, сетчатые плечевые лямки для улучшения вентиляции, ручка сверху и яркий модный дизайн. Трекинговые палки дают дополнительные точки опоры при походе в горы, помогают держать тело в равновесии. Они помогают при мокрой и скользкой поверхности, также подключают к ходьбе руки, что здорово помогает. Трекинговые палки предназначены для активных людей. Во время похода палки помогут обеспечить баланс и прежде всего снять нагрузку с колен и суставов, что позволяет снизить общую утомляемость. Усилие распределяется равномерно и на все части мышц тела. Компактные трехосевые трекинговые палки с быстрой системой регулировки FastLock оснащены EVA-рукоятью с перехватом и удобным темляком. Кепка с защитой для шеи и лица. Защита крепится внутри на кнопках и при необходимости может быть снята. Съемная маска защищает от палящего солнца, сильного ветра и насекомых. Кепка выполнена из высококачественной, износоустойчивой, влагостойкой, быстросохнущей ткани. По окружности сетчатая вставка улучшает циркуляцию воздуха. Вся защита может быть снята, и головной убор можно носить как обычную кепку. Имеются вентиляционные отверстия, через которые также отводится избыточная влага. С внутренней стороны кепка подшита сеточкой, по внутреннему канту – мягкой тканью, что способствует более комфортному ношению.
А еще она оснащена шнуром с зажимом. При его помощи кепку можно дополнительно прикрепить к одежде или поднять на шейный лоскут. Швы усилены. Данная кепка прекрасно подойдет для путешествий во время жаркого трекинга, пешеходного туризма, рыбалки, да и вообще для любого времяпрепровождения на природе, будь то жаркая погода или когда дождь. В лесу, кстати, тоже очень пригодится. Туристическая сумка-рюкзак фирмы КК идеально подойдет для туризма, рыбалки, охоты и путешествий. Рюкзаки КК известны по всему миру своим качеством, конкурентной ценой и надежностью, что подтверждается многочисленными международными сертификатами качества. Однако наиболее признание КК получила на японском рынке. У нас, возможно, мешает название. У этой модели вот такие особенности. Это защита от дождя и износа, рюкзак выполнен из высокопрочной водоотталкивающей ткани Oxford. Защита от кражи, это кодовый замок. Эргономика, это ортопедическая массажная спинка с системой вентиляции и лямка с регулируемой длиной. И функциональность, это отделение для ручек, бумажника, телефона, пауэрбанка, отделение для ноутбука до 17 дюймов из мягкой ткани для защиты ноутбука от царапин и ударов. В общем, сумка действительно годная и оригинальная. Думаю, стоит присмотреться. Как считаете? Ультралегкая сумка-мессенджер для ежедневного использования. Имеет стильный внешний вид. Подойдет как мужчинам, так и женщинам. Имеется основное отделение, которое позволит разместить все необходимое, а также боковой карман. Внутри расположен карабин для ключей. Длинная лямка через плечо регулируется, а при необходимости отстегивается. Надежная фурнитура и износоустойчивый материал обеспечивают длительную эксплуатацию изделия. Особенности такой сумки в том, что у нее есть вместительный основной отсек, фронтальный карман, застежка-молния, удобная регулируемая лямка, карабин для ключей, она сделана из прочного материала и с надежной фурнитурой. Отличный туристический компактный LED-фонарик для палатки и кемпинга с карабином и магнитом. Он легкий, компактный, влагостойкий и очень простой в использовании. Он отлично подходит для кемпинга, туризма, путешествий, охоты, рыбалки, а также бытового использования. На задней панели есть удобный карабин для подвешивания фонаря в палатке. И не только. Также встроен магнит для крепления фонарика на металлической поверхности. Его можно использовать как лампу для палатки, для освещения площадки лагеря, в бытовых условиях, а также благодаря наличию магнита. Его легко закрепить на поверхность автомобиля или гаража. Небольшие габариты и малый вес фонарика прекрасно сочетаются с его высокой функциональностью, чтобы стать незаменимым помощником в походе или в быту. Туристические гамаши выполнены из прочной водонепроницаемой ткани и предназначены для предотвращения попадания снега, грязи или песка вовнутрь туристической обуви. Гамаши продуманы, просты в использовании и очень надежные. По всей длине идет застежка-липучка велкро. Снизу, для того чтобы избежать произвольных расстегиваний, дополнительно имеется стальная кнопка. В нижней части расположены клипса для закрепления гамаш к шнуровке ботинка, а также петля для крепления к подошве, чтобы он не сползал вверх. Внизу, а также посередине предусмотрена резинка, которая предназначена для плотного прилегания гамаш к ноге и тем самым обеспечивает их более надежную фиксацию. Они подойдут для любых пеших прогулок, лыжного спорта, кемпинга, туризма и альпинизма. Рюкзак-стул рыбака. Это незаменимая вещь для рыбака, который все время передвигается с места на место. Легкий и надежный стул крепится при помощи двух защелок-фиксаторов к рюкзаку. Рюкзак выполнен из прочного водостойкого материала, имеет одно отделение, затягивающееся шнурком с фиксатором и закрывающееся крышкой-клапаном на защелках. Передний и внешний карман на молнии и сетчатый карман на молнии легко разместят в себе множество необходимых рыболовных инструментов и аксессуаров. Также есть два вместительных сетчатых кармана по бокам, где можно переносить даже бутылки с водой. Для удобства транспортировки рюкзак оснащен двумя плечевыми ремнями. Непромокаемые носки. Это недорогое и эффективное решение проблемы промокшей обуви ног для рыбаков, охотников, туристов и любителей активного отдыха в весенний или осенне-зимний период. Если ваши ботинки или сапоги насквозь промокнут, они станут отличной заменой сухой сменой обуви. Главный функциональный слой – мембрана. Именно она делает носки водонепроницаемыми и, главное, отвечает за эффективное потоотведение. Работает эластичная и прочная мембрана благодаря разнице температур внутри и снаружи носка. Именно поэтому не рекомендуется одевать носки поверх обычных. Новинка от китайских ножеделов – копия ножа Mamba.
Клинок из стали, которая обладает большой твердостью, прекрасными режущими свойствами и высокой коррозийной стойкостью. Массивная рукоять с остальными лайнерами и накладками из G10 с характерной выемкой под указательный палец. Осевой подшипник, съемная однопозиционная клипса для удобного ношения на кармане. Копия ножа Mamba – это красивый и качественно собранный нож, который радует превосходной механикой. Отверстие под темляк есть S6 в один ряд. Фирменная фишка дизайнера, плюс дополнительное приспособление на торце рукояти. Перед конкурсом хочу вот что вас попросить. Если вы подписаны на канал, нажмите, пожалуйста, на колокольчик и на звоночек со словом «Все». Так вам будут приходить напоминания про новые ролики. А то YouTube последний год очень плохо оповещает зрителей, и многие попросту не видят новые видео. Большое спасибо вам, если так сделаете. А вот и конкурс. Приз 300 рублей на WebMoney, либо на номер телефона. Условия простые. Это подписаться на канал, нажать на колокольчик и отметить все, и написать в комментариях, куда чаще вы ходите отдыхать на природе. На речку, в горы, в лес или на шашлыки, причем неважно где. Я лично уже заждался тепла и скоро, наверное, выберусь тоже на шашлычок, если тепло будет. Но всегда помните, что нужно быть чистюлей и убирать после себя. Всего вам хорошего, будьте здоровы и увидимся!